Всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impaled, а мы продолжаем играть в Atomic Heart. В прошлый раз мы наконец одолели босса, разгадали здесь вот эту... БЛЯТЬ! Это твои не квест на сопровождение! В рот мне лапы! Да ёбаный тебя! Получайте! Охереть! Ёбаный ты подзалука, нечаев! Да иди ты в сраку! Короче... В прошлый раз разгадали тут загадочку, все дела, сейчас пойдем дальше проходить, собственно говоря. Вот в этот подвальчик. У нас очень интересная серия, начинается сразу с гуся, это жестко. Такое ощущение, как будто кто-то бежит. Здорово. Блядь. Так, буду чуть-чуть подкашливать, извините, приболел просто. Поэтому давно записи не вел. Стал, что болел жестко. Улучшение это я люблю. Доступ разрешен. Так, чё у нас тут? Это нам не хватает. Увеличивает скорость. А по лопате чё? И тут не хватает. Эх. Так. Желаемое действие. А по способностям что? Полимерный щит. Так. Вот это вот полезное. Качнем щит. Так, ну вот, вообще вкусняшка. Ебать. Ах ты ж тварь. Может, зря я решил хилочки не делать. Хотя нафиг надо. Это что за отсеки такие? Аленка.
Мне этих Аленок уже дохерища. Ебать. Здорово. Так, сразу. Это вот прям наверняка. Хорошо ёбнуло. Красный Октябрь, достижение, прикольно. Тут только серый, цветных нет. Не торопись, дорогой, одна из этих бусложная. Носители выкрашены в отдельные цвета. Эта бусинка тоже выкрашена в отдельный цвет, просто он серый. Ладно, подожду, когда обычные бусы объединятся вокруг носителя. Не выйдет, дорогой. Это сектор генерации электромагнитной ловушки, которая мешает вредной старухе обижать меня и не позволяет летать занудному старикашке. Электромагнитное излучение не даст бусинкам объединиться. И секатор не работает. И как я должен найти носитель? Не знаю, любимый. Придумай что-нибудь. Не знаю? У тебя мозг размером с планету. Я не знаю. Так. Я помню приказ оставить товарища Сивухина в покое, но после старта коллектива 2.0 я позволил себе осмотреть его нахождение в системе согласно новым протоколам слежения за людьми. Его следов в коллективе не обнаружено. На сегодняшний день это не критично. В конце концов, прошло всего 2 дня, но обязан был доложить. Так, Радочка, не сочтите за труд, заберите из третьей секции образцы вируса у ПОС и принесите их мне в кабинет. Хватит одну и двух ампул. И будьте добры, останьтесь сегодня после окончания смены буквально на часик. Нужно кое-что проверить. Слушайте, я вашей радости, профессор, не разделяю. Да, люди возвращаются на рабочие места, и это отлично. Гостиница уже переполнена и отправленными на реабилитацию и гостями, но в самом Менделееве пока пустовато. Вы же замечаете? И оттого очень тоскливо. А еще, знаете, профессор, у меня очень плохое предчувствие. Всем кажется, что сбой позади. И впереди только омраченная трагедия на светлое будущее. А мне почему-то думается, что точка в этой истории еще не поставлена. Знаю, вам претит мой пессимизм, но интуиция меня никогда не подводила. Будьте внимательны. А, вот. Разделяй и властвуй. Да нужно сразу и не добраться. Охереть, ловушечка. Не то. Да нужно сразу и не добраться. Докопаться бы до мякотки. Блять. Сидит дед, во сто шуб одет. Так, сразу к делу. Как вы знаете, после событий в АПО мы крайне нуждаемся в новых, обученных и талантливых сотрудниках. А ваши химические специалисты из Менделеева показывают потрясающие результаты, словно вы их не обучаете, а сразу
вкалываете инъекции с талантами прямо в мозг. Я прошу вас выбрать 10 наиболее компетентных и перевести их к нам в Академию последствий. Отлично понимаю ваше возможное недовольство, но мы все делаем одно дело, и без вашей помощи мне не обойтись, учитывая тяжелое состояние моего здоровья после атаки роботов. Слушай, я вчера узнал, что кислотный основной индикатор фенофталеин, которым мы пользовались, обладает слабительными свойствами, только есть нюанс, он горький. Хочу подколоть бурака Женьку, надо бы вкус замаскировать и добавить ему в пиво. Сегодня, после того, как мысль заработала на 100% и коллектив вступил в свои права, первенство в химии отныне навечно закреплено за нашими учеными. Более 90% цитирования трудов по химии во всем мире приходится на труды наших коллег. Наши дешевые и доступные лекарства вытесняют аналоги по всему миру. А промхим на всей планете гордо несет штамп ГОСТа. Мы стали настоящим катализатором химического прогресса. И впереди нас ждут только лишь еще более великие реакции. Докопаться бы до мякотки. Сиди тут, собака. До меня дошло, что делать. Сидит дед, во сто шуб одет. Так, а вот тут я читал. Я помню приказ оставить товарища Сивухина в покое, но после старта коллектива 2.0 я позволю себе осмотреть его нахождение в системе согласно новому протоколу слежения за людьми. Его следов в коллективе не обнаружено. На сегодняшний день это не критично. В конце концов, прошло всего 2 дня, но обязан был доложить. А, это я читал. А вот это я читал. А, я пока что Ксении отдал лунный реголит и грунт с Марса для доп-анализа. Но если тебя так интересует перспектива Луны, то мой вердикт прост – нет. Если развернуто в лунном грунте или реголите, земные растения будут расти, особенно разработанные в Вавилове. Ну как-то без огонька, понимаешь, медленнее, без плодов, с плохими корнями. В чем причина, еще не ясно. Если на Марс надежды большие, то на Луне никаких яблок или винограда. В лучшем случае унылый, как и сам спутник, изюм. А по Марсу Ксения должна тебе щебетарь прислать с записью анализа. Жди. Эдик, ты видел, что там сделали с ремшкафами? В них подсадили программу новую, очень приятная тетенька, голос такой милый, и всем интересуется, любопытная такая, спрашивает, есть ли кто-нибудь у вас, с кем вы можете поговорить о вас? Представляешь, если бы не выглядело как огромный холодильник, я бы тут же тест Тьюринга провалил, клянусь. Так интересно все это, весь ваш компьютерный интеллект. Я вечером гулять на болото пойду, может, ты со мной сходишь и расскажешь про это все подробнее, как машины думать могут. Вчера мой аспирант рассказал, что они с товарищем получали лакриматор бромацетон. Не знаю, получится ли у них синтез, но в ту лабораторию лучше без противогаза не заходить, если не хочешь рыдать крокодильными слезами. Разлили они его там, что ли? Нашли игрушку. Так. Прошу прощения. Оксаночка, послушав я твой доклад про участие Менделеева в космической программе, это что за слова такие, включая наш скромный вклад химиков? Скромный вклад, они бы без нас на первую космическую на 164 тоннах перекселина выходили,
Раз уж мы все тут на предприятии, значит, уже часть великого. Ты, я, Сеченов и Лебедев, мы все равны в своих заслугах. Это даже доказывать неразумно. Никогда не умаляй своих достижений. Я надеюсь, что ты отправил это письмо через защищенную линию. Альберт, иначе нам с тобой не сдобровать. Ты серьезно? Ну, куда мы сейчас втиснемся со своими бумажками, когда на носу запуск второго коллектива? Кому там сейчас за нас есть дело? А главное, что нам даст разрешение на исследование, если на самый масштабный эксперимент уже застолбили не больше, не меньше всю страну. Давай хотя бы подождем, пока устаканится вся эта шумиха с мыслями и коллективами, и когда уже возможно, нам удастся что-то выпросить. Ты как знаешь, я пойду работать дальше, пиявки Маркова. Меня схарчат, если я вовремя не сделаю ему инъекции. Отбой. Тамара Николаевна, к нам запрос пришел на подшивку недавних исследований. Ну пришел и пришел, подождут. Мы еще метаанализ не закончили. Стоп, вы же даже не публиковались. Откуда запрос? Из Академии последствий. От самого Захарова Харитона Родионовича. Даже так? Странно. Зачем ему химия сонного паралича? Не могу знать. Судя по запросу, его интересует отделение фазы быстрого сна от мышечной атонии. Ну, сделай. Только непроверенную статистику не добавляй вчерашнюю. А про оксибутират натрия оставь. Может пригодиться. Почитали чуть-чуть, и ладно. Так, ты. Вот она, да неужели? Я нашел. Ты нашел мою бусинку. О, дорогой, ты такой заботливый. А куда ее поместить-то? Ага. А потом бум, и ни одна не стала. Шучу, милый. О. Итак, химия, друзья. Что это такое? Без преувеличения отвечу все. Миллионы биохимических процессов ежесекундно протекают в каждом из вас. Мы думаем с помощью химии, двигаемся, даже любим, что уж там, живем благодаря химии. И сегодня именно вы запускаете реакции, ведущие человечество в будущее. А теперь эксперимент. Молодой человек, прошу, помогите-ка. Да не ебанет! Не должно. Стоп, кто это сказал? Почему мат в аудитории? Ой! Провалённая сила. Нормально. Так, зачем мы так яростно рвемся в космос? Что мы там ищем? Все же и так ясно, как день. Существует две возможности. Либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Они обе одинаково ужасны, но если мы просто умрем в одиночестве, не так уж и плохо. А вот если... К чему это я все? У меня плохие новости. В новых образцах марсианского грунта, похоже, что-то удалось найти. А значит, великий фильтр мы еще не прошли. И после полета в дальний космос все может заодно полететь и в тартарар. Вам что, заняться больше нечем? У вас норма по синтезу бронирующего покрытия для буравов еще не выполнена, а вы на всякие глупости отвлекаетесь. Я понимаю, весна на носу, но давайте сфокусируемся на актуальных задачах, тем более, что с точки зрения банальной эрудиции про любовь мы знаем вполне достаточно. Если вам так надо разлить что-то по флакончикам, то это всего лишь стандартный коктейль из нефрина, дофамина и окситоцина. Если вы хотите
восполнить проблему в своих знаниях, займитесь этим в свободное от ваших прямых обязанностей время. Могу рекомендовать работы профессора Захарова по этой теме. У него был ряд исследований о поведении человека под действием дофамина. И с личной жизнью у меня, между прочим, все в порядке. Просто мне нравится одиночество. Ясно вам, Владимир Саныч? Женя, получилось совершенно случайно, как пенициллин у Флеминга. Вместо обычных белых или темно-серых кристаллов из-за легкой оплошности получились кристально-голубые. Я тут же все проверил по всем анализаторам. Формула идеальная, нужно немедленно брать в работу. Женя, поэтому к черту твой отпуск, не давай химзащиту, иду и... надевай химзащиту, идуй ко мне, пора варить. Да, Леночка, из Вавилова опять запрос на цистерну с ПА-400. Не знаю, сколько у них там сырников, что им столько нужно, но кажется, будто они там сплошные хвощи да желтушник растят. Как-нибудь узнайте, расходуют они его осмысленно или просто на пол льют. А то не напасешься. Ну да. Так, Сергей Дмитриевич, я все же хочу вернуться к обеденному разговору. Разузнал тут, что группа профессора Ребедева при помощи наведения института разработки создает некую формулу для привлечения внимания к испытуемому. Химии любви кличут. Уже несколько успешных фаз сывороточка-то прошла. Так может я пойду, спешу флакончик другой. У них ее там в достатке. Сыворотки этой, а нам-то совсем капелька нужна. Проведем с тобой пару, так сказать, научных опытов. Глядишь, узнаем, что это пресловутая любовь вся представляет. А потом, кто знает, может и свадьбу твою наконец отгуляем. Часики-то они на месте не стоят. Сережа, подумай. Так. Петрух, привет. Я тут был недавно по делам вашей лаборатории, видел новых теремушковых с полимерной кожей. Вот это да, чудеса делаете. Волосы натуральные, и нашлепка, это их дурацкая. В общем, красота. Хотел спросить, скоро ли бытовое тестирование и какой социальный рейтинг нужен, чтобы попасть в группу? Я бы записался. Слушайте, что вы от меня хотите? Зачем мне продолжать работу? Я услышал, что 87% людей с момента включения коллектива повысили свою активность и стали расширять классификацию. Но нам что Сеченов говорил, что наступит коллектив, и все люди будут отдыхать, а роботы работать. Так вот, я хочу сидеть в груши и мысли с утра до вечера. Имею право, не всем же быть гигантами мысли. Я столько лет угрохал на работу, чтобы потом ничего не делать, что вы не имеете права меня винить за лень. Лень – двигатель прогресса, и я не на экзамене, чтобы писать в личных сообщениях грамотно. Блин, читал, не читал. Я тут подумал про разницу менталитетов и названий. Если бы роботы появились, скажем, в США, а не в СССР, какие у них были бы имена и аббревиатуры? Вот, скажем, Вовчик, кем бы он был в Америке? Мне почему-то думается, что его бы звали Ник, сокращенно от Никола Тесла. А почему нет? Гений, визионер, талант, мизантроп. Даже, кстати, менять бы ничего не пришлось, и усы бы остались. Разве что американского Теслы были бы волосы, наверное. И робот бы скорее австрийским. Был бы австрийским. Так, Василий, отлично поработали в понедельник. Кто бы мог подумать, что старик Марков действительно еще что-то допонимает в биоинженерии. Я уже думал, о драгоценные пиявки, над которыми он так усердно ставит эксперименты, ему все мозги разбили на части. Ну да ладно, я вот зачем пишу, как думаешь, стоит ли форсировать до верхушки доклад про химические мутагены? Ты сам видел мои последние исследования. Мутировавшая РНК вируса ВПОС может стать новой революцией, особенно сейчас, покуда полимер правит миром. Сам посуди. Мы могли бы придать нашим исследованиям совершенно новый масштаб.
ставить опыты не на трех коллегах, а и на одной крысе, а на поселениях, городах. Только представь, полное глобальное насыщение вирусом, и ведь нужен воздух, нужно место, чтобы развернуться, уверен, ты понимаешь. А нахера этот вирус-то? Нам привезли на анализ образцы Марса и Луны для сравнения с земным. Если лунный реголит довольно простой и изученный, и ничего нового мы не узнали, то вот марсианская почва... В общем, я уже результаты засекретила, отправила в Академию, и говорить особо не могу ничего, но... Скажем так, с тем, что я там нашла... В общем, Золотухин с его мечтами не прав. Мы очень не хотим, чтобы на Марсе начали цвести яблоки. Поверьте мне, не надо нам чужие яблоки надкусывать. Я больше скажу. Не думаю, что нам вообще нужно туда лететь. Правильно. Нафиг оно надо туда лететь? Что это за херня такая отмечается наверху? Ладно, неважно. Уже пидораса вижу. Ебать. Это что за космические корабли? Охренеть. Здорово. Стреляй. Ну давай. Ты тут откуда взялся опять? Вали отсюда. Лошара ты. Ты у меня на компост пойдешь. Ну, Вовчики, давайте драться. Имба. Просто имба. О, здрасте. На. Красиво. Так, подождите, а туда спуститься нельзя, вот в ту жопу? Не, прикиньте, можно. Ха. Но, наверное, через этот отсек туда пройдем. Ой, блядь. Не надо. Блять. Нет! Замочили в углу. Как плохо.
Ладно, туда мы успеем. Ладно, мне уже просто лень. Блять. Нормас. Товарищ доцент, а можно вопрос? Почему у нас в мемориале на Челомее изображение товарища Менделеева нет на памятнике? Ну, голубчик, Менделеев один из величайших умов, но очевидно, предприятие 3826 он не создавал, так как скончался еще до Союза. А на Челомее запечатлены именно отцы-основатели. Но это не значит, что мы забыли имена великих русских ученых. Просто чествуем их немного иначе. А, ясно. И много таких ученых и комплексов. Вот если я это расскажу, то придется вам укол сделать, да память стереть. А это на вашей работе плохо скажется. Правда? Неправда. Так не бывает. Но тайна есть тайна. Больше нет! Неужели этого не хватило? Больше и не надо. Но ради интереса спрошу. Чего не хватило-то? Ну, капсул дофамина. Не хватило? Я уже, как видишь, больше не привезу. Ну, коллектив заработал. В сети найдешь, где достать. Эксперимент провалился, вот и не хватило. Какой еще эксперимент? Устройство работает? Не пойму ты, примба вышла или нет, нашла ты своего. Вот же я дурень. Разболтала. Разболтал меня, черт языкастый. Стыдись. Да я и слова не сказал, в общем-то. Уходи немедля. Да. О, отлично. Наша надежда на человеческий разум не была. А это куда проход-то? Судя по всему, мне сюда не надо. Надо все-таки туда вниз спускаться.
Блять, вы по второму кругу. Сейчас спущусь туда, так и быть. Ангар с воздушной техникой. Интересно. Ящики вон всякие. Ты чё хулиганишь? Много патрон трачу. Угу. Ну давай. Патроны кончатся, будет, конечно, грустно. Чё, мне надо именно на эту херню встать? Ну, встал и чё? Ах ты ж тварь! Что-то патроны я вообще не оставил. Надо поэкономить. Так, тут у нас что? Рафик. Так, ну, тут вроде больше ничего особенного. Ладно, пусть там и сидит эта херня. Блять.
Для чего на второй этаж заходить? Так, патрон сделай. Так. Боеприпасы. Вот так давай. Так, склад разбор. Почему мне все? А, ну это вот мне не надо, это тоже не надо. Вот для секатора патроны, пожалуйста. Нахер мне какие-то еще патроны, когда мне нужны патроны для секатора? Во! Другой разговор. Ебать! Только не собирайтесь, пожалуйста. Вот это вот я... Вот это вот я, конечно, не зря. Ебать. Это я, конечно, да, это я не зря патронов нахерачил. Ну вообще тут можно было Аленку применить. А может быть и надо применить. Где Аленка? Ебать! Я бы сейчас с радостью Аленочку-то применил. Охереть! Блять. Сука, в угол забили. Пиздец. Просто в угол забили. Не сохранил, как взял патрон. Блять. Так, конечно, зря, да. Так. Вот так вот. И перезарядимся. Все, готов.
Аленка, которой почему-то в прошлый раз не было. Ебать! Еще Аленку, пожалуйста. Охереть, их много. Их много. Их настолько много, что, блин, Аленке не помогают. Так, по летающим. Ебануться. Ебать. Хорошо. А кто бьет-то? Ты? А, тебя даже не видно, дурака. Вот, конечно, охренеть. Сейчас я весь лут соберу. Потому что почему бы и не собрать? Ну чё, тварь? Бам! Бам! Так. Уже бегу. На всякий случай еще раз хочу заверить вас, что поводов для беспокойства нет. Понимаю, что непривычно, но вскоре и вы, и весь персонал предприятия освоитесь и осознаете все преимущества новой системы. А пока ей вам требуется время для адаптации. Сейчас как ребенок. Ей все интересно, только прошу, не грубите, не учите ее плохому. В Ярославской области в городе Рыбинске группа молодых октябрят, которые побывали на предприятии с экскурсией, создала свой комплекс. В кавычках, разумеется, это скорее игра, чем что-то серьезное. Назвали его комплекс ЧАВО, что расшифровывается как «Чародейство и волшебство». У них там очень милые игры, волшебные палочки на квантовых спутанностях, мантии, невидимки якобы на переломление света, заклинания по ГОСТу и всякое такое. Думаю, вы должны сделать репортаж, подчеркнуть, что современная наука — это буквально магия, и какой-нибудь подарок им отправить, пусть учатся. Да какие там тесты Тьюринга и китайские комнаты? Вот вам доказательство, самое важное. Итак, под запись. Искусственный интеллект доказал свое самоосознание. Как? Он боится. Точнее, теперь уверенно можно сказать, что это она. И она боится. И вдобавок фокусирует свой страх на физическом объекте. На игрушке, волчке. Это же замечательно. Она в ужасе. Так, звучит немного...
неправильно. Не замечательно, а полезно для науки. Бедняга. Прости, держись там. Так. Вроде больше записок не вижу. Вижу лут кучами. Резонно, Вася, резонно. Тогда решено оставить масштабный эксперимент, а сконцентрироваться на насущных задачах. Передает меня привет Ане. Увидимся в пятницу за лото. Надеюсь, ты не забыл. Екатерина, на ваш запрос об осушении болот силами робототехники даю отказ. Поймите, что наши болота – это уникальный бион, равного которому нет на всей планете. Потенциал для исследований, в том числе терраформирования, невероятен. Это же не лужа, которую лопатой можно выгрести, а настоящее чудо природы. Возьмите у промхи на себе сапоги резиновые и не покушайтесь на природу. Признаю, беру свои слова назад. Когда мы еще месяц назад спорили о том, каким станет человечество после коллектива, мне казалось абсолютно логичным, что все уйдут в сеть, в бесконечную виртуальную коммуникацию, в исследование просторов компьютерной реальности и полимерного будущего. К счастью, ваш скептизм победил, профессор. Сегодня я видел статистику. Лишь 23% пользователей проводят в сети больше часа в день. Остальные, просто вооружившись новыми возможностями как инструментом, продолжают работать на благо реальности и будущего. Что ж, с меня впервые коробка шоколада. Но, помятуя о ваших проблемах, сахара горько. Горького, да. Так, все, сейчас вложу боссу, и эту серию мы завершаем, потому что она у нас уже больно большая по времени. Седьмая установлена. Скоро у меня будет восхитительное ожерелье. Осталось совсем немного. Странно она как-то говорит. Ладно, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать ваши комментарии. Всем до скорых встреч, друзья. Всем пока.